приезжаем. Это пенсибанк, чтобы положить денежку на карту. Вот такой аппарат интересный. Оп, так. Берем кучу денег, берем карточку. Так, что мы должны делать? Взять банку. Взять бутылку. Смотрите, как это интересно. Положите. Видимо, она как-то открывается. Банка. Улетела. Смотри, сейчас чего-то появится. Тут? Да, смотри. Усосалась. Ну, как интересно все, да? Все, съела. Банка приехала. Не приехала. В смысле, приехала? Дверь-то закрылась. А назад деньги? Деньги улетели. В трубу. Ты понимаешь, папа, деньги улетели в трубу. Деньги в трубу, да, буквально в трубу улетели. Ага. Классно! Just a moment. Приехала в трубу. Что ты приехала? Все, я могу. Ага. Thank you. For your call. Так, смотрим. Открывай. Окей. Ты должен написать. Это нужно сначала записать. How much cash? Да, в общем, это шло внутрь. Нет депозита. Очень интересно. How much? Пиши, ну сколько ты хочешь положить? Пиши. Сколько, скажи, сколько положил, столько я хочу. Ну да. Ну, они думают, может, тебе сдача нужна. Сайн, я не вижу, что сайн. Почему это сайн? Я тебя видел, что ты пишешь сайн. Ладно. Тут трудно было самим понять, что я хочу 400. Я 400 положил. 400. Мария сейчас улетит. Закрываем. Пошла. Торпеда. Класс. Карточка. Все, уже обработали. Денег нет, да? Сейчас уедем. Все хорошо? Ну, вроде правильно. Ну, отлично. Вот так интересно, может быть, обслуживаться. Да, ну, надо... Для тех, кто не хочет заходить внутрь. Окей.